уже начали думать, что ты с ней заодно. Да-да, верим в тебя. Но знаешь, раз нам теперь сражаться вместе, то нашим узам стоило бы быть прочнее. Так ведь, госпожа Мио? Ты права. Басара, а ты так не думаешь? Ну, тут ты права. Молодец, Басара. Что мне нужно делать? Это что за вашу мать? Разве омывание голышом вместе не укрепляет доверие? Если вы оба разделите свои смущения, то связь станет сильнее. Хотите вы этого или нет? Что за чушь?